У нас что-то зацвело. Что, да, рассказать, где что есть. Вот тут Миша у нас с пистолетом. Миша, что это за дерево зацвело? Это вишня. С цветочками такими беленькими. А внутри серединки такие белые палочки. А вверху такие желтенькие с оранжевым. Пошли дальше посмотрим. Красивые. Дальше пошли. Это что у нас зацвело? Дерево называется груша. О, папа, помнишь, там была какая груша? Да. Тоже зацвели груши? Да. Скоро зацветут. А это что? А это тюльпан. Хорошо. А это желтое что? Это какая-то абрикосина. Абрикосина где? Покажи, где абрикосина. Да, в этом году мы ждем 3 абрикоски. Да. Так, что-то абрикоски не цветут. Пойдем дальше смотреть, что у нас еще зацвело. Это что у нас зацвело? Это яблоня. Но она пока не зацвела. А это груша, та груша. Ну, пойдем посмотрим. О, а вот это вот, это у нас что, яблоня, да? Да. А это что? Так пахнет хорошо. Это абрикосинка. Нет, это не абрикосинка. Черемуха. Эльчико. Вот так, это что у нас? Кустики. Смородина, да? Пойдем посмотрим, что тут у нас. О, а это кто тут такое устроил, а? Что? На земле что валяется? Вот. Пап, скажи, что это растет? Тут. Это вишня. Все, идем дальше. Вот тут виноград уже начал свисти. А нашему винограду, значит, пришел кирдык. Потому что он не зацвел. Это ладно. Наш? Нет, это не наш, это тетя Лена. Она конечно. Что, идем дальше? Это что за дерево, Миша? Вишня. Вот это вишня, а вот это? Правильно, пойдем. Вот так у нас соседский дом строится. О, еще одно дерево есть. Вот то вот цветет, зацвело, не цвело. Пойдем посмотрим. Миша, попачкаешься? Да. Вот то вот дерево, какое возле дома. Пошли посмотрим. Папа? Да, ласточка. Это слива. О, скоро у нас ландыши будут. Так, что тут у нас еще? Лучок, травячок. На. Ну что, идем дальше. Папа, а чтобы не прилетали комары из такой автоматики. Тут специально автомат. И тут все цветет. Да? Такой невидимый. Чья-то маска. Все?